Хорошо, я сейчас зачитаю другое. Но зачем вы? Ну почему? Вы только что сказали, мы вырываем из контекста. Что вы не сделали? Безусловно. Я не говорю, что это не сатирически. Мент, он и в рот не берет. Ой, вообще. Не сидит в курилке, в кобуре бутерброд, в голове опил. Я его давно знаю, что это стихотворение. Вы сейчас книжку изучаете? Андрей. В голове даже тараканы бывают, не только опилки.